Установим теперь стенд с Забиксом. Вот на Zabbix.com вышли. Русский язык выбрался сам по себе. Значит, вот вся информация по Забиксу. Можете его изучить. Нам нужно его скачать и установить. Скачать делаем. Можно установить сначала операционную систему и потом настроить базу данных, веб-сервер, скачать Zabbix, установить, все должно работать. Мы хотим побыстрее это сделать, напрягаться смысла нету. Мы вот готовые решения Zabbix взяли. Что мы возьмем? Вот тут вот RAW диск. Но он большой, не очень удобно с ним работать. Давайте мы возьмем Open Virtualization формат. Вот по нему документация. Ну, из документации нам нужно только вот это пароли. Пароли. Давайте скачаем. Небольшой, в принципе. Распакуем F2X. Можно удалить, уже не нужно. Вот он у нас, вот файл описания и вот файл виртуальной машины. Давайте мы его сейчас запустим в VirtualBox и подключим. Так, создать Zabbix. А, нет, зачем нам? Мы же как раз для импорта, импорт конфигурации, чтобы не думать. Вот. Дальше. Ну вот это вот описание. Давайте я хочу поставить сюда же. Импорт диск как VDI импортируем, но он с ним лучше будет работать, чем с VMware-овским VMDK. Собственно, вот она есть Zabbix. Что мы тут настроить хотели сетью, сетевой мост. Но мы решили, что будем вешать все на один мост, чтобы можно было с ними работать. Давайте просто запустим и посмотрим, чтобы понимать, как все это будет. Все это под CentOS'ом, под 8, так что все понятно. Zabbix вышли. Ну вот, у Zabbix админ Zabbix. Я хочу установить
свой любимый Midnight Commander. Мне с ним как-то удобнее. Ну и адрес айпишный. Что у нас? Вот такой вот адресок. Вполне нормально все. То есть его даже будет видно. Я думаю, забег тут уже стартовал. Давайте мы тут его 192.168.1.56. Вот забег стартовал. То есть, видите, мы особо не напрягаемся. Все и без нас работает. Ну, пожалуй, мы подготовили стенд для проведения экспериментов с Zabbix'ом.